«Девушка, мой отец там у вас лежит, в красной зоне. Вы о чем вообще?» «Ваш доктор сейчас спустится, я его уже позвала. Понимаете, мы не можем никого впускать в красную зону, кроме врачей и пациентов. Он должен был вас предупредить». «У моего папы поражение легких 80%. 80%! Мне нужно к нему попасть. Он лежит у вас месяц». «Ничем не могу вам помочь». «Вы знаете, кто я?» «Что вы имеете в виду?»